заправить и отрегулировать. Для того, чтобы устранить эту неисправность, нужно убрать вот эту штучку, выпаять вот здесь и впаять вот эту штучку. Отрезаем труборезиком вот эту вот часть, чтобы было все хорошо. Ровненькая трубочка, не вот такая вот. А эту выпаиваем. Вот таким образом мы выпаиваем, чтобы не ходит. Сейчас эту трубку ставим на вот эту отверстие. Вот таким вот образом мы ее запаяли. Сейчас подключаемся вот сюда, вот к этому штукеру подключаем манометр, заправляем, запускаем.